Здорово! Это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня у нас очень экспериментальный выпуск, который будет объединять в себе ваши заказы, позабытое прошлого, интересное настоящего, ожидание будущего и полный трэш. Короче, все, что было интересного, мы соединили в один обзор и добавили кое-что новенькое в виде интерактивчика и системы оцениваний. Самая высокая оценка будет конфетка, затем крышечка, потом орешек и катышек. Также в обзоре будет скрыта одна печенюшка с предсказанием. Тот, кто первый ее найдет и напишет об этом в комментариях, указав время, получит от меня сигну на стенке ВК. Название всему этому придумайте и пишите в комментариях сами. А пока назовем это Android Shake. Начнем мы с ваших заказов на топы. Подписчик с ником Максим Каретко попросил составить топ игр с открытым миром. Ну что ж, если не брать во внимание знаменитую серию GTA, то к топовым можно отнести The Dark Knight, The Amazing Spider-Man 2, Odd World, Six Guns и Gunstar Vegas. The Dark Knight Rises полностью завязана на фильме. Мир хоть открытый, но пустует. Из плюсов можно отметить отличную боевую систему, кучу улучшаемого арсенала и сюжетную составляющую. Последнее можно отнести и к минусу. Если вы хорошо помните сюжет фильма, то играть будет не так интересно. В The Amazing Spider-Man 2 открытый мир представляет из себя 6 районов. На каждом достаточно большие локации, на которых есть чем заняться. В игре также великолепная боевка, куча героев комиксов, секретов и запоминающихся боссов. Если же вам по вкусу больше передвижения по миру на транспорте и беспредел с огнестрелом, а GTA подзадолбал, то Gunstar Vegas — это ваш выбор. Помимо сюжета, здесь есть куча испытаний, побочных миссий и возможность устраивать любимые погони. Oddworld может похвастать переключением между видом от третьего и первого лица, отличным юмором и сюжетом. Городки между главами и представляют из себя мини-открытые мирки. Они хоть и невелики, но заполнены заданиями NPC и захватывающими приключениями. Если же захотелось немного вестерна в духе Red Dead Redemption, то Six Guns Gang Showdown — это то, что вам нужно. Погони на лошадях, перестрелки в диких пустошах и даже мистические чудовища, терроризирующие городки, за убийство которых вы будете получать награды. Ах да, к тому же тут великолепный мультиплеер с дед-матчами. Для тех, у кого слабое устройство или ему просто захотелось узнать о чем-нибудь хорошем, что он мог пропустить или позабыть, я предлагаю отправиться вперед в прошлое. Сегодня посоветую отличный и нетребовательный экшен 2003 года Stargate Command с довольно неплохой графикой по сей день. В роли могучего Тилка вам предстоит сразиться с инопланетной расой, которая жаждет покорить все народы галактики. Каждый враг обладает различными способностями, а ситуации требуют адаптации. Так что геймплей будет меняться в зависимости от ситуации. Где-то вам будет необходимо принимать участие в драках, а иногда заняться поиском предметов или отстреливать врагов от первого лица. В игре множество мини-игр и интересный сюжет, особенно для фанатов серии. Ну а сейчас давайте узнаем, какая новинка заслужила звание «Игра недели». Наконец, состоялся релиз на Android долгожданной Brothers: A Tale of Two Sons. Так что всем, кто пропустил сей шедевр на ПК, посвящается. Два сына в поисках лекарства для отца отправляются на встречу приключениям. Чтобы выжить и пройти все головоломки, тебе предстоит задействовать два полушария мозга. Ведь управлять придется сразу двумя персонажами. Хотя тем, у кого есть друг, брат, сестра или еще что удивительнее, девушка, я советую даже поиграть вдвоем на одном устройстве. Эта игра и так не представляет сложности, зато пережить незабываемые впечатления интереснее вместе. Ну что ж, пришло время определить нового ожидаемого фаворита на Android. Главный анонс недели. Студия Telltale показала тизер, анонсированный еще в декабре игры по комиксам DC. Как оказалось, игра будет посвящена самому Бэтмену и будет иметь название Batman The Telltale Series. Как мы знаем, Telltale славится такими шедеврами, как The Walking Dead и The Wolf Among Us, являющимися интерактивными квестами. Скорее всего, разработчики пойдут проверенным путем и создадут новый детективный шедевр про любимого темного рыцаря. Но все подробности компания должна представить на грядущей E3. Игру пообещали выпустить уже этим летом. Ждем с нетерпением, ведь Бэтмен — это прежде всего детектив и тактик.
Ну и напоследок я решил поднять ваше настроение занятным трэшем. Огорчены выходом плохого ассасина. Far Cry Primal не взломали, а хочется поохотиться на мамонтов и динозавров. Ну что ж, позвольте представить вам игру, объединяющую двух титанов игровой индустрии под названием Dinosaur Assassin. В Dinosaur Assassin вы попробуете себя в роли убийцы-наемника. Вам предстоит охотиться на динозавров и мамонтов. Пожалуй, это будет самое опасное задание в вашей жизни. Для вашей психики. В вашем арсенале холодное огнестрельное оружие, внедорожники и мотоциклы. О боги, настоятельно рекомендую всем, кому скучно живется, и он не знает, куда просрать время. Идея просто конфетка. А вот реализация катышек. Кажется, на сегодня это все. Не забудь написать, на какой секунде нашел печенюшку, и оставить ссылку в ВК, чтобы я мог отправить сигнал. Ставь лайк, делись видео с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. И напиши в комментариях, нравится ли тебе подобный формат. Увидимся!